Так, сейчас, секундочку. Еще раз здравствуйте всем. Сейчас поговорим о компании «Глобус». Я долгое время отсюда не выводила деньги, потому что убрали вывод на телефоны, на номер телефона, оставили только WebMoney, потом добавили PayPal. Я не пользуюсь этими системами, и как бы у меня здесь деньги накапливались. И, в принципе, мне не мешает эта программа, я ее себе рекламу клацаю. И вот у меня накопилось уже на счету тут 26 евро. И я обнаружила, что добавили вывод на карточки Visa и MasterCard. Для того, чтобы вывести деньги, нужно в разделе «Мои данные» указать номер вашей карты, куда вы хотите вывести, и вывод от 10 евро. Карточку нужно указывать, если вы живете в Украине, гривневую. То есть это вот здесь вот регламент вывод средств, можно прочитать для своей страны, какую нужно указывать карточку, в какой валюте. Потому что, возможно, можно выводить в евро в других странах. У нас в Украине сейчас можно выводить только в валюте, страны. Значит, я сейчас введу номер своей карты и выведу эти деньги на карточку. Хочу от себя еще добавить, что проект платит, работает, очень честный такой сайт, можно сказать, без вложений. Здесь, конечно, если вы сам один, вы будете зарабатывать копеечки, но это тоже деньги, которые, в принципе, доступны к выводу, доступны будут через какое-то время, когда накопится сумма для вывода. А на WebMoney это от 0,75 евро, на PayPal от 10 евро и на карточку банковскую тоже от 10 евро. Если же вы здесь будете строить команду, что, собственно говоря, не так и сложно, потому что проект бесплатный и совершенно не энергозатратный для вас, потому что всплывает реклама просто, которую нужно закрыть. Ну, то есть мы смотрим, мы занимаемся, работаем в компьютере как обычно, и периодически у нас просто всплывает баннер на весь экран, как было в начале видео. Вы его закрываете, лайкаете, либо переходите на сайт, если вам это заинтересовала информация на баннере. И за это вам начисляются копейки, центы. Если вы строите структуру, соответственно, со своей структуры вы тоже имеете доход. Если еще вы со своей структурой работаете, помогаете им, объясняете, что для того, чтобы здесь зарабатывать, ну, более-менее нормально, нужно тоже приглашать. Вот. Ну, на самом деле, со всего то, что есть в интернете, вы знаете, это платит, и тут я понимаю, откуда здесь берутся деньги. Здесь действительно идут деньги от рекламодателя, это не какой-то там слепленный сайт, непонятно там с какой целью, потому что есть сайты, на которых платят очень большие деньги за какие-то липовые просмотры, но эти деньги вы вывести не сможете. Вот только время потратите и нервы потом. Так, продолжим. Мои данные. Карточка есть. Нажимаю кнопочку «Вывод». Прочитала. Вы обязательно прочитайте. Так, вы не указали сумму для вывода. Обязательно перед выводом прочитайте вот этот вот регламент вывода средств, потому что для вашей страны это может быть какие-то определенные условия. Так, я пишу 26. Вывести. Окей. Задание на вывод успешно. Установлено успешно. Окей. Так, выплаты проходят ежедневно после 21 по киевскому времени. В отдельных редких случаях по независимым от компании причинам они могут быть задержаны до нескольких суток. Сегодня пятница, в принципе, должны вывестись. Если нет, то тогда с понедельника. Я напишу в комментариях к этому видео обязательно, через какое время пришли мои деньги. Вот отсюда они снялись. Так что регистрируйтесь в компанию «Глобус». Это вас ни к чему не обязывает. Вы можете просто посоветуйте нас. Вот тут пролайкать все соцсети, в которых вы находитесь. Ну, допустим, я есть в Фейсбуке. Заходите иногда, там пару раз в неделю, в «Глобус заработок без вложений». Уникальный сервис прямого маркетинга с возможностью заработка для пользователей системы. Услуги распространения мультимедийного информационного контента.
И тут можно написать еще от себя какое-то сообщение. Так, сегодня вывела 25 евро, мелочи, приятно, ведь я ничего не вкладывала, а только просматривала рекламку и рекомендовала сервис друзьям. Вы можете сюда написать, если вы еще не зарабатывали здесь, можете написать о возможности заработка. То есть текст, конечно, придумайте такой, чтобы это было немного, но цепляюще. Достаточно один раз подумать, поделиться этой ссылкой. Придумать какой-то цепляющий текст, чтобы люди зашли. Естественно, люди зайдут по вашей ссылочке, потому что здесь она прописана уже будет. Вот. Так, вставить, отправить. Одноклассники. И у вас потихонечку будет строиться команда, структура. Вы будете видеть в своем разделе, тут моя команда в глобусе. Ставить, поделиться с друзьями. Закрыть. Google Plus. Можно лайкать страничку даже каждый день. Ну, в принципе, в зависимости от того, какая у вас посещаемость на вашей странице. Так. Поделиться. Так, что тут у нас еще? Ну, я еще здесь есть. Ставить. Правда, там редко бываю, но это же не сложно. Вот, собственно, и все, что я хотела сегодня показать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если видео вам понравилось и было полезным. И следите за новостями. Регистрируйтесь в компании Globus, ссылочка будет под этим видео. Стройте свою структуру, зарабатывайте деньги без вложений. Всем пока!